Здорово, ребят, сегодня мы с вами поиграем в игру под названием Элис. Это уже, вы не поверите, третья попытка пытаться заснять это. Да. Да. Может быть, я вам даже покажу предыдущие дубли, к примеру, сейчас. Кто тебя убил? Уже? Пиздец. Пошел вон. Уйди. Личинус, уйди. Все, мы справились. Ушел. Как же мне похуй, блядь! А сейчас... Тебя я уже слушал. Короче, это типа как Монти. Если бы у Монти была пиццерия, вот что это было. Как я понял, это КПУ стресс, вот эта вот срань. Она пополняется, когда мы юзаем камеру. То есть переключаем ее. У нас также есть... рубильник, который мы можем... также у нас есть просто свет выключается. Он же сам не включается, мы сами его контролируем. Светить можем. Да. Но первую ночь я все еще не прошел по одной простой причине. Вот эта мразь, вот вы ее сейчас видели, может быть, видели. А, нет, вы не видите, я ее закрываю. Короче, тут есть такой чел за моим лицом прекрасно. Типа как Фоксина. Вот, руку его видно, вот. Тут он, короче, стоит. Он приходит из вот этого окошка и палит на меня. Вроде как по подсказкам надо вырубать свет. Причем не этот, потому что он не выключается. Я думал на пробелочек. А потом уже как-то может подсвечивать его или еще что-нибудь. Но я не знаю, то есть я еще не прошел даже первую ночь. 2 hours later. Дайте свет. Микрофон у меня пишет. Отлично. Все, сейчас этот гад начнет к нам движение. Мы постараемся выжить. Ура! Гиб-гиб, ура! Сила. Вроде как, если я правильно понял, когда его глаза не горят, то он ушел. Система поиска пидорасов активирована. О да. Жопа к нам приходит. Ладно. Будем пытаться жить. Жить. Может тут посетить в офисе, а он туда вообще не заспавнится? Гениальный план. О. А куда? Походу мне хана. Ну ладно. О! Как я это сделал? Ладно, я крут. Хорош, мега хорош. Амиго? Мон амиго, что ты делаешь? А с ним тут что делать? А я что знаю, что ли? Я же на рандом тыкнул. Он тут? Да, он тут. Ладно, рандом святой, да, призываю тебя.
странная музыка, которая обозначает победу. Я лучше сказал, что это какой-то пиратский мотив про ром. Ну, ладно. Мы прошли вторую ночь, Петюню. Пау! Мы с тобой молодцы. Наверное. Ну давай, расскажи, что ты нам теперь рассказал. Oh, hey, day two. Good job. So, I saw some of the stuff on the cameras last night when I looked at them. Pretty strange, right? Now, I said I would speak more about this place and what happened since you're from out of town. And you probably don't know what really happened besides a few murmurs here and there. Ого. Back in 1983, we had an incident where a man in a blue suit came in. He shot two people, one being a young girl named Emma, and then himself. This incident hurt our reputation, but what did further damage was the claims of ghosts haunting this place. From shadow figures to footsteps to the animatronics acting strange, it made families too scared to come here. But we've been looking for help with this because it's really starting to hurt our business. Speaking of shadow figures, ever since that event, we've had two of them. Still, the other one only comes out later when he, I guess, gets to know the people better. Still, the other one, which we think is the ghost of Emma, the child who was murdered here, if you do happen to see her, she seems not like being looked at, as creepy and odd as that is. We've noted looking at her scares her off, I guess. She's been spotted in the cameras and your office's hallways, so like I said before, if you see her anywhere, either on the cameras or in the office, just look at her and she'll go away. Now since you've been here for a night, the ghosts, I think, are shy. But since you're gonna be here for a week, they'll start coming out more, so be wary of that. Anyways, I'll talk to you later. Good night. Все, Мономиго ушел домой. Понял ты? С кем связался, алло? Пау, пау, пау. Ты чё, мужик? О, щит. Куда чел уходит? Просто смотри на кого. Светом. Бриф, что делаешь? Кто из них первый нападает? Тебя мы знаем. Левай. Левай. А с тем что делать? Ну привет, Мономиго. А что делать с этим Амиго, ё-моё? Ладно, наливаем. Не надо, дядя. Хорош. Мега хорош. Ультра мега супер хорош. Пошел нахрен. Я убил их всех. Короче, крокодильчик тупо на спидах летит ко мне просто. Фух, и все. Ёпта, это было напряженно сейчас. Я понял. Призраки. А почему звуки тут перепутаны? То, что слева, справа на самом деле и наоборот. Это странно. Так, крокодил нападает только с определенной стороны. Хорошо, мы поняли, что делать с этим додиком по имени... бегун, спидранер, короче. Это тот.
Ту-ту-ту-ду-ду-ду-ду-ду. Ночь 3. Я не знаю, ну да, наверное, про эту тянку, аниме Черный тян. Ладно, да. Наверное. Я не знаю. Так, ну давайте послушаем теперь этого додика еще раз. Легко идем, просто на изи. So now here, huh? We thought you would have bailed on us by now. Well, since you're still here, I think you should be really getting the hang of it by now. So I won't talk as much. Just like I said last night though, the more you're around them, the more they'll move around. So you might be seeing our other mascot, Hallie the Cheetah. She's deemed as a sheriff, but she's a bit quirky if you ask me. She doesn't like being looked at or sudden actions, so try not to look at her if she's on the cameras or peeking in your office. Hallie can also guide down both hallways, so make sure you keep an eye on both of them. She's sneaky, but as I said, don't look at her, and she'll get away. With that said, I'll let you go. Good luck. Ой, бля. Не смотри на этого аниматроника, который... Ну ты понял. Ну ты понял меня, короче. Короче, самый агрессивный из них из всех, походу, этот чел. Давай. Инди, ради, ради, динди, ради, ради, динди, до свидания, Вася. Это очень интересный, наверное, чувак будет, потому что у него, наверное, будет какая-то определенная... Куда уходит этот чел? Где он? Женщин. Ой, хана. Ёпта. На кого-то не надо смотреть. На кого? Ну, на лисичку эту. Да иди нахрен. Так я не смотрю на нее, мне вообще на нее насрать. У меня есть чилы, которые меня боятся. Все, мне остальные близки не нужны вообще. Где она ходит? Тысяча минус 7, давай, будешь. Ух ты ж, ёпта, я тебя прослушал, чувак, сори. Был неправ. Я боюсь очень сильно в проходы заглядывать. Ну что, ты будешь так стоять? Ну и что ты тут стоишь? Да пошел отсюда нафиг вообще, чел. Ты шо? Блядь, опять этот чел ко мне идет. Ну и что ты тут стоишь, амиго? Моно-амиго! Пошел. Март. Лево всегда право в этой игре. Не знаю, было так задумано или нет, или это баги. Но лево в этой игре всегда право. Если я слышу какую-то странную срань с какой-то стороны, я не смотрю, да вообще. Стороны этой не существует. Лучший игрок FNAF.
Та-та-та-та. Что ж, ребят, на этом мы сегодня закончим. Ставьте лайкос, подписывайтесь. С вами был я, Андрей. Мы прошли с первой попытки 3 ночи. Ладно, 2. Потому что первую, вторую, третью, потому что первую я облажался. Не знаю, как прогнать этого чела. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи, всем пока.